Меня зовут Марина, я из Луганска, и мне 18 лет. Я вообще всегда хотела учиться за границей, и как-то узнала, что есть такая возможность учиться в Польше. Это на самом деле довольно бюджетно, комфортно, близко. ВУСБ очень хороший университет, потому что это очень комфортный университет. На самом деле очень всегда себя комфортно там чувствую. И как-то комфортно там просто туда приходить. Очень милые люди, очень приятные преподаватели, все очень уважительно к тебе относятся. И это очень здорово, находиться в такой атмосфере. Также очень большое количество международных возможностей. Это вообще просто не передать слова. Как это здорово. Меня зовут Данил, мне 21 год. Я проживаю в Польше уже последние 4 года. Почему ВСБ? Очень просто. Дело в том, что я всегда хотел попробовать что-то новое. И как раз и случайно наткнулся на этот университет. Мне было очень интересно проверить свои силы, и я подал свое заявление как кандидат. И я был принят, я был этому чрезмерно рад, и по этой причине я учусь в ВСБ. Прежде всего, я бы сказал, что это качество и цена, и если сравнивать с другими странами на территории Европы, это самая доступная по ценовой категории страна. Я нашел ее благодаря нашему бюро рекрутации, которое находится в нашем университете. Это рекрутационное бюро, которое помогает трудоустроиться студентам как заграничным, так и другим. Познань и вообще в Польше учиться очень комфортно. Это очень удобное место, потому что это достаточно большой город. Здесь есть просто все, что нужно и все, что захочешь найти. И также в Польше замечательно учиться, потому что здесь огромное количество международных возможностей, просто возможности познакомиться с разными людьми, окунуться в межкультурную среду, и это на самом деле очень хороший опыт. Польский как бы на самом деле очень такой комфортный язык, когда ты знаешь украинский, когда ты хорошо владеешь русским языком, можно на самом деле очень даже выучить этот язык за полгода, я так считаю, еще плюс практика какая-то в Польше, то есть в целом более-менее нормально. Для меня хорошая работа. Это та работа, на которую мне каждый день хотелось бы приходить. Та работа, на которую я бы вставала просто с мотивацией и желанием просто дойти, наслаждаться как бы коллективом, наслаждаться самой работой, самим видом деятельности. То есть это такая работа. Я верю, что на самом деле это образование мне даст много возможностей в жизни и также возможностей в карьере. Так по секрету, я бы хотел бы преподавать лекции в университете, в высшей школе Банковой. Я думаю, это было бы интересно. Это такая детская мечта — быть преподавателем. Посмотрим, что будет.